Добрый день, это Science Daily. Новости науки и космоса. Буквально через неделю мы станем свидетелями первого коммерческого полета в космос частной компании Virgin Galactic. На борту космического корабля VSS Unity в космос отправятся 6 членов экипажа. Среди них командир корабля Дэвид Маккей. Я отправлюсь на корабле VSS Unity в 22-ю миссию с экипажем, состоящим из квалифицированных специалистов. Пилот Майк Мазучи. Это будет мой второй космический полет. Астронавт номер 4 и вице-президент компании по связям с властями и исследовательским операциям Сириша Бандла. Я буду изучать свои ощущения во время полета. Астронавт номер 3 и ведущий инженер компании по эксплуатации Колин Беннет. Я буду контролировать рабочие процедуры во время ускорения и невесомости. Астронавт номер 2 и главный инструктор Бет Мозес. Я буду отвечать за космический корабль и контролировать его состояние. Астронавт номер 1 и глава компании Ричард Брэнсон. Моя задача – оценить космический полет на VSS Unity, словно я клиент. Как руководитель компании, я горжусь тем, что отправлюсь в космос с командой специалистов и высококлассных пилотов. Я всегда мечтал, и моя мама учила меня не сдаваться. В июле моя мечта станет реальностью. Мы с радостью разделим с вами этот знаменательный день. И по возвращении я планирую анонсировать кое-что действительно волнующее, что даст шанс большему количеству людей достигнуть космоса, поскольку космос принадлежит нам. Эта миссия станет 22-м по счету тестовым полетом для Virgin Galactic и 4-м пилотируемым запуском. Впервые для компании в космос отправится полная команда из 6 человек, 2 пилотов и 4 пассажиров. И впервые компания будет вести прямую трансляцию запуска в воскресенье 11 июля в 16:00 по Москве. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе последних новостей из мира науки и космоса.